Новый праздник с каждым годом привлекает к себе все больше внимания. Колпинцев, пришедших в городской сад, поздравляла депутат муниципального совета Елена Киселева. Желаю вам любви и внимания близких, желаю вам крепких семей, желаю вам здоровья, желаю вам заботы государства и прекрасно провести сегодняшний солнечный день в нашем городском саду. С праздником! После официальной части на сцену поднимались музыкальные коллективы и певцы, среди которых были вокально-инструментальный ансамбль «Дежавю», Лариса Луста, Игорь Корнелюк. Символично, что мероприятие посетили молодожены. Бракосочетание в такой день непременно должно оказаться успешным.